такое? Ну да. Пушкин, это цилиндр. Пригласили Пушкина на бал, и Пушкин, как обычно, всегда опаздывал. Уже бал. Пьют, гуляют, танцуют, она скакивает, снимает свой цилиндр, кидает и говорит: «Жопа!» И садится к столу, каким-то дамам там: «Как не стыдно, бессовестный!» А он говорит: «И мне извините, я сокращенно желаю обществу приятного аппетита!» Сокращенно, жопа!